Еще одно ЧП с животными. В США питбуль напал на свою хозяйку, ей 52. Дама пыталась натянуть на пса новогодний свитер, но не тут-то было. Пес искусал сначала саму женщину, потом ее мужа, поспешившего на помощь. Сбежать супругам удалось только после того, как 22-летний сын ударил питбуля ножом. Но даже получив такую рану, питбуль не успокоился и полез в итоге в дом, где находились маленькие дети. Хозяевам пришлось вызвать полицию. Подоспевшие правоохранители расстреляли собаку дротиками с транквилизаторами и увезли в итоге в приют.